Сегодня в Абакане дома начали подключать к теплу. Как сообщил главный инженер абаканских тепловых сетей Анатолий Савва, все системы готовы к отопительному сезону. И уже к вечеру батареи должны стать горячими. Если же тепла не будет, то необходимо обращаться в свои управляющие компании. Прохождение тепла внутри дома теперь зависит от них. Отопление в детсадах и больницах появилось еще 20 числа, а вот в Саиногорске местные власти не торопятся подавать тепло. По мнению чиновников, на улице еще не так холодно. Жилой фонд города будет подключен тогда, когда 5 дней среднесуточная температура составит 8 градусов. Сегодня днем было всего плюс 4. Горожане уже начали свой отсчет.